тебе на Вайбере писал, писал там. Когда выход, когда выходной там? Давай, давай хоть увидимся. Да что нормально, потихонечку. Я может туда пойду, где Ира работает, Леха же туда идет. У меня там друг работает, там нормально, он доволен. Ну да, да. Вот я туда и хочу брать. Я говорю, там, не, это близко. Леха туда уходит, ты мне говоришь, что ключи. Он мне сказал, я думаю, странно. Я съезжу, да, я хочу пойти. Что, Леха, ты тоже заедешь? Да, Леха, не, Леха, не, он приходил пару дней, 20 числа после дня. Я после него сразу пойду. На работу, потому что мне там. Она мне уже хочет ездить к Рубере, что я увольняюсь. Сейчас отпускные должны. Она говорит, может, я тебе другую работу там пишу зарплату. Я говорю, о чем мне сразу? Еще какая-то работа. Ну, я понимаю. У меня друг там работает. Я узнал про этот друг. Работал раньше. Там работал. Вот как он позвал. Фотографию оттуда принесла. Да, показывай. Да, я знаю, он не рассказывал. Ясно, ну да, давай в воскресенье. Слушай, а там что на пароне, там сигарет нет подешевле? Ну я тут может скажу. Ладно, хорошо. Ну давай тогда в воскресенье увидимся. Алло.
Я разумею, я